оно как. Здесь вообще ничего нет. А чего ты ждал? Что тебе памятник поставят и цветами засыплют? Да нет, не знаю, знака. Хотя бы чего-нибудь. Сейчас мы это исправим. Так лучше? Немного. А если бы это реально была моя могила, что бы ты написал? Здесь лежит Джонни Сильверхенд. Человек, который спас меня. Ви, ты не представляешь, как я хочу, чтобы так и было. Слушай, я понимаю, что проебался по всем фронтам. Я разочаровал или обманул всех, кто мне верил. Запомнился всем, как бесчувственный, эгоистичный мудак. Но кое-что мне все-таки удалось. Мне удалось не проебать то, что нас связывает. Нет, Джонни, ты и это проебал. Меня ты тоже обманывал и использовал. Как тебе доверять? Да, то есть второго шанса мне уже не видать? Чего ты от меня хочешь? Большинство тех, кого я считал друзьями, даже в одной комнате со мной с трудом могли находиться. Ты оказался моим самым близким человеком, Ви. Мы же круглые сутки вместе. И несмотря на это, я почему-то не вызываю в тебе ненависти. По крайней мере, мне так казалось раньше. Ладно, окей. Но это будет твой последний второй шанс. Я не настолько наивен. Я буду очень стараться. Джонни Сильверхенд, непокорный рокер, который не сдался. Ви, первый среди неудачников. Сначала ты был абсолютным мудаком. И ты этого заслуживал. Помнишь, ты проснулся у Виктора, когда еще не знал обо мне? У меня глюки, я боюсь. А потом еще плакался Мисти, что не хочешь умирать. Помню, как ты среди ночи умолял, чтобы я покурил, и жаловался, что не можешь меня убить. Я и не знал, как далеко все зайдет. Когда ты говорил, что подвел друзей, ты имел в виду Бестию? Бестию, Альт, Керри, Сантьяго. Думаю, с Бестией еще не все потеряно. Я не могу общаться с ней, делая вид, будто за эти 50 лет ничего не изменилось. Она ушла совсем расстроенная. Мне кажется, мы должны что-то сделать. Может, ты и прав. Она вела себя странно. Ты должен с ней поговорить. Вообще-то я обещал сводить ее в кино когда-то очень давно. Хорошая мысль. Позвони ей. Спроси, когда у нее свободный вечер. Только это значит, что ты должен опять передать мне контроль. Да. Я ей позвоню. Спасибо. Поехали отсюда. Все равно тут не на что смотреть. Но приехать сюда все же стоило. Определенно. Спасибо, Ви. Я рад, что среди стольких голов мне повезло попасть именно в твою.